Всем привет, с вами я, Виолетта, и в этом видео у нас будет обзор на три раскраски от Джоанны Бэсфорд: «Таинственный сад», «Зачарованный лес» и «Затерянный океан». Сразу начну показывать и уже буду что-то говорить, ну, чтобы видео сильно прям не затягивать. Да, не обращайте внимания на эти стикеры, потому что я их... Давайте я вас еще немножко приподниму. Вот, я их клею для того, чтобы, в общем, писать, когда я последний раз раскрашивала какую-либо раскраску. Значит, почему я решила в одном видео показать сразу три раскраски? Ну, во-первых, я думаю, вы их все прекрасно знаете, просто уже каждую иллюстрацию изучили, но все-таки мне как-то хочется, чтобы когда-нибудь у меня на канале вышли обзоры на все, на каждую мою раскраску. Пусть и не в отдельном видео каждая раскраска, но чтобы я абсолютно все мои книжечки пролистала вам на камеру. Прям от корки до корки. По качеству бумаги могу сказать, что она здесь вполне плотная. Но капиллярные ручки у меня просвечивают. То есть, ну, некоторые фломастеры не будут просвечивать. Сразу скажу, что Джиотто сюда не подойдут. Вот других таких вот фломастеров, которые очень сильно просвечивают, у меня нету. Иллюстрации здесь, как вы видите, и мелкие, и крупные. Конечно, большинство это цветочки, листочки и всякие насекомые. Есть задания по типу дорисуй, пририсуй. Вот я такое не люблю. И дорисовывать ничего не буду, чтобы не испортить. Тут у нас ответы к заданиям. Ну, я думаю, все вы знаете, что это за задание. То есть там найди букашек, найди жучков всяких, паучков. То есть, ну вот они, сейчас я вам покажу задание. Вот, в книге спрятались. И вот вы ищете здесь ответы. «Таинственный сад» лично мне нравится меньше всех из пяти частей Джоанны. И что еще скажу? То, что он в твердой обложке у меня. Покупала я его на лабиринте. Нет, на лабиринте я его видела где-то за 250-270 рублей. Ну, со скидками, я имею в виду. Мне как бы его дали в подарок в буквоеде. Я покупала три раскраски по цене двух. Стоит он в буквоеде 445 рублей. Вот, и как бы мне он вышел как бы бесплатно. «Зачарованный лес». Тоже в твердой обложке, такая же бумага. Лично мне, ну, как бы эта бумага, в принципе, нравится, то есть я спокойно раскрашиваю, и капиллярными ручками-то я раскрашиваю, как бы не особо-то сильно и просвечивает, но все-таки видно, то есть чисто белая иллюстрация у вас не будет белоснежной. Но все-таки... Бумага неплохая. Покупала как раз-таки за 250 рублей на лабиринте. Вот. В буквоеде он у нас стоит также, то есть 445 рублей. По крайней мере, раньше стоил. Сейчас я не смотрела его цену. Вот. Ну, тем более, мне кажется, у многих из вас в городе магазин «Читай город». И вы, скорее всего, будете покупать там, ну, если у вас до сих пор нет «Зачарованного леса», и он вам очень нравится. Но я всегда заказываю на лабиринте. В очень редких исключениях покупаю в магазине, потому что, ну, это невыгодно. Здесь иллюстрации, как по мне, так более разнообразные. Тут есть и листочки, и цветочки, и грибочки, и орешки, и всякие животные. Вот, и два чудесных дракона. Вот, я эту раскраску раскрашивала довольно-таки давно, поэтому иллюстрации мне не очень нравятся, как я раскрасила их. Сами картинки, конечно же, чудесные. Также есть вот ответы, и вот это вот в книге спрятались. Советую вам «Зачарованный лес». Лично мне он нравится очень сильно, но сейчас я как бы не знаю, почему-то его не раскрашиваю, скорее всего, потому что как бы, ну, он мне уже просто замозолил глаза. Так как в прошлом году я всю осень раскрашивала только лес. Да.
Ну и последняя раскраска в этой части, это у нас «Затерянный океан». Я не знаю почему, но у нас в России выпустили издание, где в конце вот тут должно быть, ну, открываешь, и должен быть еще разворот один, который вот так вот открываешь, и он очень длинный, и должен выходить, ну, как бы на несколько страниц, и там еще рыбки всякие, водоросли. То есть у нас почему-то эту страницу просто не сделали. Нас лишили довольно-таки многого... В общем, довольно-таки много, большого количества еще минут, часов, проведенным за раскрашиванием раскраски «Затерянный океан» Джона Бесфорда. Стоила она в буквоеде 585 рублей, но я покупала ее как бы 3 по цене 2. То есть так бы я ее заказала на «Лабиринте», она стоит там где-то 300-350 рублей. Бумага, как по мне, так здесь менее плотная. Детальки гораздо мельче. Ну, на мой взгляд, картинки разнообразные, но это как бы решать вам. Мне кажется, что это моя любимая раскраска у Джона Бесфорда, потому что я просто обожаю тематику моря, и я очень люблю раскрашивать мелкие детальки. Вот, но не знаю, если честно, самая моя это любимая или нет. Ну, Джоанна, мне кажется, на данный момент любимая, но у нее сейчас вот выйдет... Следующая раскраска. Я не знаю, может быть, она мне понравится больше. Бумага вот здесь просвечивает очень многие фломастеры. Капиллярные ручки, естественно, тоже. Хотя, вот, ну, здесь бы только ручками раскрашивать. Вот, допустим, здесь у меня не видно ручек. А вот сейчас покажу другую картинку. Вот здесь вот, смотрите. Здесь вот видно ручки. То есть, ну, как-то через раз. Лично я считаю, что раскраска неплохая. Если вы любите мелкие детальки, если вы любите тематику моря, то покупайте. 350 рублей на «Лабиринте», мне кажется, это недорогая стоимость. Недорогая цена. Вот, также есть в книге «Спрятались» и вот «Ответы». Вот, единственное, что она еще в мягкой обложке, и она не как у «Джунглей» и «Рождественских чудес», то есть такая гладенькая, а она бумажная. То есть, мне кажется, она очень быстро истреплется, и... может быть, порвется. Так что с собой ее возить куда-то, это, ну, мне кажется, не совсем вариант. А вот, ну, в твердой обложке, конечно, самое то, куда-то с собой брать. Не истреплется, не помнется, не порвется. С другой стороны, они потяжелее будут. Да. Кстати, по-моему, в «Затерянном океане» картинок меньше, а стоит она дороже. И качество, как по мне, ну, по крайней мере, обложки, это точно хуже. Но на вкус и цвет, как говорится... Товарища нет. Мне вот из этих трех конкретно нравится на первом месте «Затерянный океан», на втором «Зачарованный лес», на третьем «Таинственный сад». Обзор на «Удивительные джунгли» и «Рождественские чудеса» выйдет в отдельном видео. Скорее всего, этот обзор выйдет после вот этого. По крайней мере, я постараюсь его выложить после вот этого. Да. Напишите, кстати, какая вам раскраска из этих трех нравится больше. Может быть, у вас какая-то из них есть, может быть, у вас есть все. Да, обязательно пишите, мне будет интересно почитать ваши комментарии, узнать, какая вам стилистика ближе, сад, лес или океан. Да. В Украине, кстати, по-моему, «Затерянный океан» есть в твердой обложке, и вроде бы, но это не точно, у него есть вот этот вот открывающийся клапан, но я точно вам не могу это сказать. Вот, и еще я где-то видела, не помню в какой стране, может быть, даже тоже в Украине. То есть раскраску открываете, и как бы здесь получается как двойная обложка, то есть ее можно снять. Вот, и она, вот как получается, в Великобритании сдается. Не помню в какой стране, честно. Если я что-то перепутала, то извините, пожалуйста. В общем, это было все. С вами была Виолетта. Всем пока-пока.